Ну что, выросла первая редиска, зелень, колбаса, килька, квас. Сезон окрошки объявляется открытым. Ну, ингредиенты: картошка, яйцо, огурец, редиска, много зелени. Все это заливается квасом. А дальше уже на усмотрение каждого, кто как любит, кто-то с колбаской. Если вы не пробовали с килькой в томате, обязательно попробуйте, это просто бомба. Заливается квасом, смазывается майонезиком. Это прекрасное блюдо. Мы добавили в этом году рукколу со шпинатом, ну то есть любая зелень. Красота, приятного аппетита!